Дорогие друзья, приветствую вас в программе «Друзья CNL». Добро пожаловать в нашу студию. В гостях у нас сегодня благословенный человек Божий, пастор Иван, служитель, епископ, и он служит с 16 лет Господу. Бог призвал его, радикально изменил его жизнь. Добро пожаловать, Иван. Мы сегодня поговорим на одну очень важную тему. Ты можешь поприветствовать наших телезрителей. Дорогие телезрители, Лариса, приветствую тебя в этой студии. И, дорогие друзья, мы затрагиваем действительно важные темы о важности благовествования, о том, что Евангелие – это сила Божия ко спасению. И пока мы на этой земле, мы призваны. Иногда люди в поиске призвания долгое время, но Писание уже говорит, к чему мы призваны. Мы говорим о том, что Иисус оставил нам заповедь. Заповедь, кто великое поручение. И кто исповедует меня перед людьми, того я исповедую. Мы говорили в предыдущих передачах, нужно ли всем быть благовестниками. А вот есть, и мы пришли к выводу, что да, нужно, мы посмотрели Священное Писание, пришли к выводу, что каждый призван. Да. Это обращение к каждому человеку. Тот, кто принял Иисуса, поделись Иисусом с другим. Расскажи, какое счастье, какая радость, что ты нашел Иисуса, что твоя жизнь изменилась. Есть еще один вопрос, который интересует меня, интересует наших телезрителей, вообще интересует человека. А все-таки вот есть люди, которые оставляют все, ну, в частности, это, я думаю, твоя жизнь, твоя судьба. Когда ты жил для себя, потом твоя жизнь произошла радикальное изменение, и ты стал жить для Господа. Ты посвятил себя служению, ты посвятил себя миссии. Вот что такое миссия, посвятить себя миссии? Что это за слово вообще такое? И где мы в Писании находим вот это вот поручение, что Бог посылает конкретных людей на конкретное задание, потому что не все же становятся евангелистами, то есть несущими благую весть до краев земли. Кто-то остается у себя на работе, кто-то в семье, и он призван благовествовать, но кто-то идет дальше, он оставляет насиженное место, продает все и едет в Африку, например, или куда-нибудь... Или в Китай. Или в Китай, или просто в поселок, который находится в 100 километрах от твоего города. Вот, Иван, расскажи нам, пожалуйста, что такое миссия, что такое призвание, как услышать это призвание, и чтобы действительно не ошибиться. Во-первых, мы должны знать, что слово «миссия» в Библии не существует. Это латинское слово, которое возникло позже, «миссия», «посланничество» или определенное задание. В Библии есть слово «апостол», то есть «посланник», человек, который несет посланничество. Фактически служение, когда человек оставляет свое насиженное место или свой дом, едет в другую страну, в другую культуру или даже в другой город, он несет своего плана апостольское служение. То есть он послан, он отправлен. И это есть в Священном Писании. Написано, что в Деяниях, 13 глава, в Антиохии, в той церкви, где был апостол Павел, он еще не был апостолом, потому что он не был выслан или направлен, мы видим, что там постились, молились, и Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла». И написано, что, совершив пост и молитву, возложили на них руки, и они их отпустили. То есть в церкви служение, когда определенные люди чувствуют призыв от Господа оставить свой город, даже церковь, и церковь его посылает и отправляет. И сегодня некоторые думают: ну, это, может быть, это время прошло. Нет, это время не прошло, и есть такие люди, я один из них, я пришел в церковь, и был первым человеком, кого церковь отправила, направила благовествовать и открывать другую церковь. Тогда это был город Целиноград, сейчас это город Астана, столица нашей страны, Казахстана. Поэтому есть этот призыв, есть это служение. И когда человек может чувствовать это желание, этот призыв, в моем сердце было желание благовествовать. У меня не было там желания куда-то поехать. Просто очень сильное желание благовествовать. И когда пастор и пасторская команда предложила мне: «Поедешь ли ты?» Я говорю, я был молодым 17-летним парнем. Я говорю: «Я согласен благовествовать». Потому что в Библии написано, что мы призваны благовествовать, нести Евангелие. Но есть особенное, конечно, призвание, как человек призван для определенных дел. Есть дары служения, дар евангелизма, или апостольский дар, или дар пасторства, или дар учителя, или дар пророка. Есть дар благовестника, дар, когда человек может идти, поехать в другую страну, достигать другие народы. Потому что Иисус сказал: вы получите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и до края земли. Да. Конечно, не все могут уехать до края земли. Но, например, мы можем проповедовать у себя на родине. Моя семья, моя родня – это мой Иерусалим. Мои соседи – это моя Иудея. Самария – это, может быть, соседняя страна. Край земли – это народы, живущие в других местах. И мы можем участвовать, Ларис, не выезжая из дома, везде.
То есть проповедовать своим родным и близким, поехать куда-то или поддержать кого-то, можно поддержать какого-то служителя, пастора или евангелиста, или поддерживая, например, многие наши телезрители, партнеры телеканала CNL. Это ваша край земли. То есть вы не едете до края земли, но жертвуя свои финансы, Евангелие достигает через телевидение краев земли. Находясь у себя дома на Украине, или в Украине, или в Казахстане, или в России, жертвуя, вы проповедуете. Но это не освобождает нас. Некоторые люди думают, я поддержу, заплачу за проповедь Евангелия, пусть другие проповедуют. Да, да, да. Пусть. То есть это нас не оправдывает. Ага. Иногда люди хотят откупиться, хотят каким-то образом заплатить, пускай другой проповедует, а я буду делать свои дела. Нет, мы остаемся ответственными за то, чтобы проповедовать Евангелие. Но есть призыв. И если человек, например, дорогой друг, если ты телезритель, и ты чувствуешь особенный призыв, когда ты слышишь те истории, как кто-то куда-то поехал, что-то делает для Господа, то это возможно. Это возможно через поместную церковь. Та поместная церковь, где ты находишься, может тебя направить, или ты можешь пройти определенное обучение. Вот, Иван, как вот понять, что это призвание относится, чтобы человек понял, что его Бог призывает? Потому что иногда приходят мысли такие хорошие, такие крылатые мысли. Я бы поехал, я бы сделал, как в одной песне поется, что лежит на пляже и думает о том, что он хочет спасать холодную Сибирь. Я не помню, где-то слышала в песне. Но на самом деле, чтобы почувствовать это призвание, не просто почувствовать, понять, что это мое призвание, что и нужно, если человек уже понимает, что это его призвание, тогда ему уже нужно что-то делать, конкретно предпринимать первые шаги. Вот все-таки Лариса, остановимся. Лариса, ты сказала правильно, если ты призван, нужно что-то делать. Очень часто многие люди неправильно воспринимают само слово призвание. Они ищут, где-то мое призвание, за краем земли или на краю земли. Иногда люди стоят в церкви, в хоре или в зале, они говорят, Господь, я согласен идти за тобой до края земли. А Дух Святой стучит и говорит, да не нужно идти до края земли. К соседу зайди, скажи ему, что Бог тебя любит. Поэтому иногда легко абстрактно мечтать, и поехать, например, кто-то говорит, я хочу в Китай поехать. Да не нужно ехать в Китай. Или, может быть, нужно поехать в Китай. Но если ты там, где ты живешь, сейчас много народы мигрируют, переезжают, азиаты едут куда-то. В Европу. В Европу. Или многие жители Китая переезжают в другие страны. И можно сказать, есть китайские диаспоры. Если в твоем сердце очень сильное желание и любовь к Китаю, найди жителей Китая у себя дома, на родине, начни учить его язык. Начни благовествовать, и тогда ты увидишь, готов ли ты благовествовать. Я помню, однажды мне нужно было проводить семинары в одной из семинарий, где люди готовы поехать благовествовать другие народы, и годами учат греческий, учат еврейский. Я подумал, зачем им греческий, если они поедут там в Азию, там никто греческого не знает. Ага. Я задумался, иногда люди годами готовятся, и это им даже не пригодится. Если они не могут благовествовать этим людям у себя на родине. Сегодня много людей живет в Европе, народы мигрируют. Начни с там, где ты находишься. Я бы так охарактеризовал призвание, как это мне открыто Господом, что Бог вкладывает какое-то желание. Угу. Например, кто-то проходит свободно мимо бомжей, то есть люди, которые живут без дома, бездомные. Да. А кто-то не может пройти мимо, он готов его накормить, он готов его домой пригласить. Кто-то, кому-то не безразличны дети, бездомные дети. А в ком-то, например, сильное желание благовествовать молодежи, подросткам. Поэтому, когда Бог вкладывает что-то в наше сердце, страсть, желание, мы должны каким-то образом на это отреагировать, что-то начать. И вот здесь ошибка. Некоторые думают, например, Бог в моей жизни, Бог вложил в мое сердце много народов, много стран. Угу. Я помню, когда только женился, я мучил свою жену и говорил, мы поедем в эту страну. Я называл такие страны, что некоторым плохо становится только от названия, не говоря уже о том, что переехать. И я немножко... Ты не только жену мучил, ты еще нас мучил. Я всех мучил. И туда я хочу, и туда поехать. Я был готов уехать хоть куда. Но я вдруг увидел, что мне не нужно ехать. Например, сегодня мне нужно уезжать через телевидение. Люди могут слышать Евангелие по всему лицу земли. Поэтому в моем сердце была страсть. Да. Например, голодные... Например, я знаю одну женщину, которая начала огромное служение, помощь бездомным детям просто с того, что она имела страсть, смотря на этих бездомных детей, что-то я должна сделать. И Дух Святой коснулся ее сердца. Возьми кастрюлю, свари борщ и иди накорми. Ага. И она просто в своей квартире сварила борщ и пошла кормить этих бездомных детей. И сегодня она успешна в своем служении.
Таким образом, она нашла свое призвание. То же самое, когда касается дела благовествования или призвания поехать в другую страну или в другое место. Если Бог вкладывает в твое сердце какое-то желание кормить детей, бездомные люди, люди, зависимые от наркотиков. Мы все-таки вот говорим больше о миссии. Вот когда, именно или, например, послан с целью, да, человек чувствует призвание место. Проповедовать Евангелие и тогда ехать нужно в какое-то место. Научиться вести домашнюю группу. Угу. Научиться, потому что люди могут жить в иллюзиях. Сегодня, благодаря виртуальному миру... Все-таки человеку нужна какая-то подготовка. Да. Не просто так пришла эта идея, все, собрал котомки и отправился. Какая-то подготовка. Человек должен быть духовно готовым, психологически должен быть готовым. И еще же нежелательно, а материально. То есть как я буду себя обеспечивать, или меня будет обеспечивать церковь, каким образом я буду там уехать в другое место, в деревню или в другой город. Поэтому должна быть, конечно, человек должен быть к этому подготовлен. Сегодня из-за виртуального мира, как я спросил одного человека, у тебя много друзей? Он говорит, уже 430. Это имею в виду в интернете у него, там, в социальных сетях. А нет, сколько у тебя друзей физически? Может быть, ни одного друга. И поэтому сегодня люди, конечно, можно сегодня и благовествовать виртуально через интернет, это тоже определенная сфера. Но когда мы говорим о специфическом призвании, призвание, которое имел апостол Павел, в Библии, в Деяниях есть несколько миссионерских поездок апостола Павла. Ну, я бы желал, чтобы все имели такие поездки, потому что каждая поездка – это было рождением десятков церквей через жизнь апостола Павла. Поэтому, когда есть какая-то страсть, например, поехать в другую страну, не нужно мучить своего пастора или мучить людей вокруг себя. Начни с того места, где ты находишься. И ты увидишь, мало-помалу, ты увидишь, что это твое призвание, у тебя получается вести домашнюю группу. Потому что есть много путей. Например, в моей жизни был такой период, Лариса знает, когда в моем сердце была страсть уехать в эту страну, одна из стран Ближнего Востока. И я думал, все, я должен туда поехать. 5 лет я готовился. Я думал, как я там окажусь. И однажды я взял ручку и начал записывать. Оказывается, есть много путей. Я могу молиться за эту страну. Я могу поддерживать тех, кто работает уже в этой стране. Угу. Я могу делать радиопрограммы для этой страны. Я могу делать телевизионные программы на языке этой страны. Я могу мотивировать людей, чтобы они туда поехали. Я увидел, я не помню все списки, но в тот момент 10 пунктов было. И 10-й пункт был, я могу сам физически уехать туда, для этого нужно учить новый язык, моя семья может переживать культурный шок и так далее, так далее. И также был один из пунктов, я могу туда направить других людей или мотивировать, чтобы кто-то там поехал. И я могу свидетельствовать сегодня, я не уехал в эту страну, но по милости, благодати Божьей, другие люди туда поехали. И я, может быть, косвенно вовлечен в служение в этой стране, и там люди благовествуют, и там открылась община, и спасение приходит в жизни многих людей. То есть есть много путей, но я должен что-то сделать с этим. Хорошо, а вот все-таки человек уже понял, что это его призвание, вот он собирается. Какие ему практические шаги предпринять? Что ты можешь порекомендовать? Практические шаги. Во-первых, если ты чувствуешь, и ты уже готов, тебе нужно иметь того, кто тебя посылает. Не только Бог, но также поместная церковь. Потому что я верю в силу поместной церкви. Дело в том, что сегодня мы живем в то время, когда есть сатанинская атака и ересь, что поместная церковь не так уж и важна. Хорошо иметь телецерковь, или не телецерковь, а иметь телепастора. Да? Некоторые люди говорят, мой пастор в телевизоре. Но тогда на небо ты попадешь через телевизор, наверное, или ты будешь сидеть и смотреть рай через телевидение. Хорошо иметь то, что мы можем иметь через телевидение. Но я верю, что это время церкви. И очень важно, я процерковный человек. Сегодня есть парацерковная организация. Парацерковная организация – это косвенная организация, которая занимается социальными проектами, но они не являются частью даже поместной церкви. И это хорошо, но Иисус сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Да. Поэтому, наблюдая за успешными церквями, я вижу, что многие церкви, которые успешно развиваются, лишь благодаря тому, что эти люди были из церкви, то есть церковь, которая их отправила. Мы видим, что в Антиохии, в тамошней церкви, были пророки и учителя. И эта антиохийская церковь, что она сделала? Она выслала на миссию с определенным призванием или посланничеством, апостольством. Так родился апостол Павел. Он не был апостолом, но он стал апостолом, потому что его церковь направила.
Поэтому очень важно, чтобы поместная церковь... И периодически апостол Павел возвращался и рассказывал о тех чудесах, что там, что Бог делает через его служение. То есть момент отчетности, некой отчетности, что если человек послан, то он возвращается в то место, где он, откуда он послан, и он рассказывает о том, что Бог сделал с ним через него, что Бог вообще делает там. И если даже он нуждается, понуждается в какой-то помощи, да, то та церковь, эта церковь которая, может его поддержать. Она может поддержать и финансово, может, да, поддержать, духовно. И ресурсами, человеческими ресурсами, какими-то физическими ресурсами может поддержать. Итак, человек послан от церкви. И дальше какие практические шаги? Вот он приезжает на новое место, он не знает ни соседей, ничего не знает. Вот какие здесь можно рекомендации дело дать? Дело в том, что каждый регион, каждая страна имеет свою специфику. Угу. Все зависит от места. Но если человек, он готов, если он отправлен и прошел определенные какие-то, получил навыки, освоил, то Бог будет открывать, показывать, как написано, есть сыны мира, есть эти люди, которых Бог уже приготовил в этом месте. И когда все зависит от ситуации, то есть, ага, если, например, смотри, какая страна и где он находится, но есть его сердце. Дело в том, что я видел людей, которые поехали на миссию или поехали в другой город, и они стыдились у себя в церкви проповедовать, то есть каким-то образом их отправили, или они были незрелые, то, конечно же, им будет тяжело там, на месте. Я помню, я расскажу о себе, когда церковь направила меня. Церковь, которую меня выслала, моя антиохийская церковь, это базовая церковь в Алматы, «Новая жизнь», отправила меня в 17-летнем возрасте. Мы каждый день с другом ходили и благовествовали. Каждый день мы ходили и благовествовали на улицу, в парке. Однажды в парке мы благовествовали, и видим, молодой человек идет. И он уверовал в Господа Иисуса Христа, и сегодня это евангелист Олег Назарчук. Откуда? Ага. Каким образом он уверовал? Молодежь. Верующая молодежь Астаны благовествовала в парке, и этот человек уверовал в Господа Иисуса Христа. И сегодня он сам несет Евангелие и через музыку, и через проповеди. Поэтому мы ходили и благовествовали. То есть мы были открыты, мы проповедовали, свидетельствовали людям. Кто-то принимал, кто-то отвергал. Таким образом родилась церковь. Поэтому очень важно понимать, что если ты чувствуешь призыв поехать в другую страну, в другой город, тебе нужно быть готовым. Церковь должна тебя отправить или благословить, получить какие-то навыки. Например, в моей жизни, сегодня, наверное, уже 6-й город, где я уже живу, в западном Казахстане, город Уральск. Но я возвращаюсь в свою церковь, угу, и однажды я вновь в нее вернусь, где я могу свидетельствовать, где я получаю моральную, духовную поддержку, где есть много моих друзей. И через это я вижу Божью силу и ободрение, и благословение. Один раз я слышала такое свидетельство, пастор рассказывал, как начали работать их посланники, их миссионеры. Uh-huh. А мы, кстати, про слово «миссионеры» поговорили, да? Да. Да. Вот. И он рассказал такой простой житейский пример. Когда, говорит, мы посылаем человека, он приезжает в другой город или в село, в деревню, он устраивается на работу, то есть он приезжает как обыкновенный гражданин, как человек, устраивается на работу и... Он имеет финансовую поддержку, да, через участие в трудовой деятельности, и в то же самое время вокруг него есть люди, которым он может начать благовествовать. То есть это, наверное, тоже один из методов, конечно, это один из путей, как закрепиться, да, на этом месте, как подняться, как приобрести людей и начинать церковь. Да, есть много методов, есть много, можно сказать, путей, как это можно сделать. Может, вы находитесь, дорогие телезрители, в том месте, где нет поместной церкви. Может, вы только смотрите телеканал CNN, и вы искали, вы пытались найти. И если вы еще не нашли, вы можете написать телеканал CNN или позвонить, чтобы мы помогли вам найти поместную церковь. Я верю в том, что каждому человеку нужно быть в поместной церкви. Лариса в это воскресенье служил в нашей церкви. Я просто пережил такое, не знаю, благодать, что-то родное. Родная церковь есть родная церковь. Я бы ни на что не променял родную церковь. Церковь, которая тебя любит, да, тебя ждет и всегда... И церковь, в которой ты родился. Да. И это очень важно. Я, например, смотря на будущее своих детей, они уже растут и уже, думаю, где-нибудь получать образование. Но один из факторов, когда я буду смотреть, куда мои дети поедут жить и где-нибудь получать образование, есть ли там церковь. Какая, да, там церковь? Иногда я видел многих родителей, которые просто отправляют своих детей в никуда. И они даже... А где будет их ребенок? Будет ли он в церкви? Для меня очень важный фактор, куда поедут мои дети. Какая там церковь? Какой там пастор?
Потому что от этого зависит их духовное состояние. Каким образом? Не просто, чтобы дать им хорошее образование и чтобы потерять их навсегда. Многие потеряли своих детей, отправив куда-то, не позаботившись о том, что в какой они церкви будут. Нам важно быть частью поместной церкви. И, дорогие друзья, если вы живете в том месте, где нет поместной церкви, нет общины, у себя дома вы можете начать общину, начать собираться с другими людьми. И это возможно. Есть священное писание, которое может вам это помочь. Или найти где-то, может быть, в соседнем городе, где есть церковь, и попросить, как сказать, что я в этом месте живу. Давайте начнем здесь церковь. Я верю в это. Я верю в чудеса, которые будут происходить через телеканал СНЛ. И в тех местах, где еще нет общин, где нет церкви, они будут появляться. Почему бы нет? Бог дал нам призвание благовествовать. Очень много писем к нам приходит из деревень, из сел, где нету поместных церквей. И верующие пишут, что нас там 5-6 человек. Мы просто собираемся вместе у кого-нибудь дома. Или вообще не знаем куда. Мы смотрим только телеканал CNN и питаемся духовно. И они просят, пришлите нам пастора, пришлите нам служителя. И я думаю, что вот... Что, вообще, Иван, что вот ты порекомендуешь в таких случаях? В таких случаях, дорогие друзья, если вы из какой-нибудь деревни, слава Господу, что вы там находитесь, знаете, Господь вас там поместил для определенной цели. Возможно, для того, чтобы там открылась церковь. Может быть, вокруг вас там 100-200 верст, никого нет, нет никаких церквей. У себя дома вы можете начинать собираться с людьми. Как ты говоришь, люди пишут, телеканал CNL, и они говорят, мы из деревень, или из каких-то сел, или из каких-то мест. Вы можете начать собираться, ведь Иисус сказал, где двое или трое, там и я посреди вас. Поэтому вы можете своей группой, с семьей собираться, молиться, совершать богослужение, домашнее богослужение. И присоединиться к какой-то общине, которая находится, может быть, в областном центре или в другом городе. Вы можете связаться с нами, связаться со мной. Я смогу вам помочь какими-то советами, написать вам через электронную почту. Сегодня есть много средств, каким образом мы можем общаться. Но я скажу вам, не останавливайтесь только на том, что вы смотрите христианские программы. Можно идти и нужно идти дальше, чтобы в том месте, где вы живете, была рождена поместная церковь. То есть, чтобы люди физически могли собраться, да. Не только виртуально послушать. Еще сейчас, кстати, мода такая есть, интернет-церкви, уже через компьютер, чтобы люди... Но это нельзя, это невозможно заменить живым общением. Нам нужны пастора, нам нужна церковь, поместная церковь, которая будет участвовать в нашей жизни. И мы будем участвовать, через это открывается наше призвание, предназначение на этой земле, быть частью поместной церкви. Я в это очень сильно верю. Дорогие друзья, я хочу ободрить вас, будьте частью церкви. Иногда люди ищут совершенную церковь. Дорогие друзья, если вы нашли совершенную церковь, я прошу вас, не задерживайтесь в ней, потому что вы ее испортите, она перестанет быть совершенной. Оставьте ее в совершенстве, потому что нет совершенных церквей. Потому что в церкви несовершенные люди, есть совершенный Бог. Да. И Он может изменить нас. Поэтому не ищи совершенную церковь, потому что ты несовершенен. Иногда люди слишком сильно идеализируют и пытаются найти что-то совершенное. Не в церкви нет любви. Конечно, если ты не отдаешь свою любовь, как там будет любовь? Будь поместной церкви, стань частью поместной церкви. Вот ты заметил вот такой интересный момент, что если где-то в селе, если в деревне, и физически в этом месте нету церкви, хорошая мысль о том, чтобы найти и в ближайшем районном центре или в ближайшем городском центре найти церковь, которая могла бы послужить и как-то, может быть, заявить открыть, о себе. Да. И чтобы вы, находясь в своем месте, могли поехать, приехать и сказать, вот нас группа, 5 человек, мы смотрим телеканал CNL, мы уверовали в Господа Иисуса Христа. Пожалуйста. Или... Даже если это далеко находится, то все равно служители той церкви, они найдут время, найдут возможность, может быть, хотя бы раз в месяц посещать и давать какое-то наставление, потому ободрение. Потому что в Библии сказано, что первые верующие, они ежедневно собирались в храмах и по домам, преломляя хлеб. То есть нам нужно это общение, когда мы вместе собираемся. Это хорошо, это прекрасно. Я благодарю Бога за христианское телевидение, потому что благодаря христианскому телевидению я слышу множество свидетельств, как люди спасаются, не даже придя в церковь. Но очень важно не останавливаться на этом, не быть только телеприхожанином, но стать частью поместной церкви там, где вы находитесь. Если ее нет, то пускай Господь благословит вас. Я не удивляюсь, я уверен, что есть люди, которые прямо сейчас смотрят эту программу, и Господь вас призвал открыть или основать новую общину в том месте, где вы находитесь.
Иван, в заключение нашей передачи, как бы подводя итог о предназначении, о миссии, вот, о посланничестве, я хочу еще такой вопрос задать, перед тем, как мы как бы итоговое слово скажем. Вот если, допустим, кто-то получил послание, вдохновение, желание идти, муж, скажем, получил, должен ли он советоваться со своей женой, со своей семьей? У нас мало времени, но как вот это быстро, коротко, вот как это если куда-то поехать, согласовать? Да, если куда-то поехать. Конечно, семья должна поддержать его. То есть один, например, в моей жизни было много случаев, когда мне нужно было консультировать семьи, которые хотят поехать в другие города открывать церкви. Я задаю первый вопрос, а согласна ли жена? Согласны ли дети? То есть есть ли вот эта гармония и связь? Потому что если только муж горит желанием, но жена его не поддерживает, то я считаю, что не нужно ехать, нужно ждать времени. Может быть, Бог что-то имеет другое. То есть не нужно жертвовать своей семьей, потому что есть приоритет Бог, да, семья и потом только служение. Да, то есть и если... мы не можем... Есть цена, я готов платить любую цену, но есть одна цена, которую я не хочу платить. Это рассчитываться своими детьми, своей женой, своей семьей. То есть есть определенная, конечно, цена, и нужно подождать. Есть случаи, когда, например, человек был пастором, а его жена была долгое время неверующая, но он ждал, молился, верил, его жена стала верующая, и теперь они вместе служат в пасторском служении. То есть есть разные случаи, поэтому не нужно видеть в своих близких тех, которые вы разрушаете мое призвание. Нет, может быть, еще не время. Я знаю одну вещь. Прежде чем Бог будет через тебя созидать церковь, Он хочет, чтобы внутри тебя была церковь. Спасибо, Иван. Замечательное время, замечательное общение у нас было сегодня с вами. И в следующие дни тоже все будет хорошо. Мы будем иметь общение друг с другом в эфире. Пишите нам письма, задавайте свои вопросы. Мы будем стараться отвечать, самые актуальные вопросы освещать в наших передачах. Друзья CNL. И на эту передачу приходят разные люди с разным призванием, с разным социальным положением. Но все, каждый из них знает Бога. И Бог очень нужен нам. Проповедуйте Евангелие, несите благую весть. Мы желаем вам, чтобы у вас был этот страх Божий, была эта ответственность перед Богом. Помните, вы призваны благовествовать. Господь вас благословит, дорогие телезрители. Станьте частью поместной церкви. А если нет поместной церкви, откройте новую церковь в том месте, где вы находитесь. Господь да благословит вас. До свидания, дорогие друзья.